Представьте, если бы в Майнкрафте было настолько много жизней, что они начали бы просто отображаться цифрами. Сегодня мне предстоит выживать в мире, где абсолютно любым действием в игре я смогу зарабатывать себе новые сердца и использовать их, чтобы приобрести самые безумные и могущественные предметы, как, например, настоящая ракета, чтобы стать самым бесконечно сильным и выносливым игроком и встретиться с самым неожиданным боссом. Если честно, это место мне очень напоминает мой шкаф. Но не потому, что здесь так тесно, а потому, что здесь какой-то беспорядок. Вот это шутечка! Может мне создать свой стендап-канал? Оу, я бы свой стендап-канал назвал «Сумасшедший вещает 2 часа». Вы просто посмотрите реально на этот беспорядок в лесу. Что с этим лесом? Что не так с этой шахтой? Почему ей так плохо? Да, мы на версии 1.18.2, и здесь очень все отличается от привычных мне версий. Но из этого всего самое неприятное то, что у меня всего лишь одно сердечко. И почему рядом с моим сердцем написана цифра 1? Вы думаете, настолько плохо в математике, что не умею считать? Ладно, давайте постепенно будем разбираться, что нам тут нужно делать. Пока что нам для начала бы аккуратненько спуститься вниз. И, о май гад, давай, давай, Джеронимо, есть, окей, мы живы. Я думаю, нам не помешает начать выживание с обыкновенной срубки дерева. Да, я бы мог, конечно, приступить моментально к какой-нибудь добыче алмазов, но пока что мы этого не можем сделать. Однако сразу после добычи дерева, о май гад, я получаю какое-то анимированное сердечко. А ну-ка, блок, не мешай мне получить мое сердечко. Все, мы ломаем блоки, получаем за это сердечко, и посмотрите, у меня уже 4 сердечка. То есть вы хотите сказать, что если я буду добывать абсолютно любые блоки, о да, мы теперь будем получать сердца, и, возможно, я буду первым человеком в мире, кто раздобудет 1 000 000 сердец. Когда что я буду делать с таким количеством сердец, если я один? Что со мной? Я предлагаю нам наконец-таки поздороваться с коровой и также поздороваться с предметом, который у меня из руки, потому что с самого начала мне выдали какого-то очень подозрительного жителя. Это либо элитный мошенник, либо он ходит к очень элитному парикмахеру. Я так думаю, что этого чувака мы, наверное, можем призвать и... Оу май гад, здравствуйте! Это сердечный торговец! Ну и чем же ты таким торгуешь, красавец мой, сердечный торговец? Неужели ты сердцами? А? Извините, я больше никогда не буду шутить. Это был последний раз. Я так понимаю, что с этим торговцем мы можем обменяться, поэтому, оу май гад, мы открываем магазин и видим магазин сердечного торговца. К сожалению, сегодня не черная пятница, поэтому скидок тут не будет, но у нас имеются предметы и, вау, очень много товара непонятного, какой-то сердечный мультиинструмент. И причем самое интересное, что у всех этих товаров цена в виде сердец. Не, знаете что, мультиинструменты всякие, это здорово, но я хочу вот это, оу май гад, что это, сердечная ракета? Там какой-то дисклеймер, типа, осторожно, но мне все равно, я хочу это купить. Хотеть? Не вредно? Мне кажется, или твой большой нос только что меня затроллил? Окей, судя по всему, нам действительно придется на все это зарабатывать. Причем не деньги, а сердца. Боже мой, 25 тысяч сердец, стоям бы! Куда твой нос так разъехался? Боже мой, вы только посмотрите на это. Ладно, не будем отвлекаться на его носик. Вместо этого, пожалуй, начнем наше развитие в Майнкрафте. Сделаем первый верстак, сделаем первые палки и, наверное, сделаем первую кирку, чтобы отправиться добывать себе больше блоков. Я так понимаю, что наш сердечный торговец помещается в карман, потому что мы можем брать его с собой и в любом месте призывать его, поэтому, о, дружище, поплавай. Стоп, что ты говорил? Не хочешь мне сделать скидочки? А вот теперь посмотрим, как ты умеешь летать. Вы посмотрите, какой наглый, он просто взял и припарковался. Так, ладно, друг, пока ты стоишь тут, я добуду себе немного камня и потом добуду немного железа. Все, с каждым полученным блоком мы получаем плюс одно сердечко. А для первого предмета, который у него можно купить, а именно для мультиинструмента, нам потребуется 50 сердец. Поэтому аккуратненько зарабатываем себе. И в теории мы можем ускорить этот процесс, сделав себе каменную кирку. Или стоп, у меня появилась даже идея получше. Что если мы возьмем, просто сделаем себе лопату? И поверьте мне, на слово, уж земельку добывать будет гораздо быстрее, чем камень. Хотя, окей, все выпадает вниз и... О, божечки мой, что это такое? Я нашел какую-то новую руду, но к ней мы вернемся немного позже, потому что мне нужно добыть один всего лишь блок, чтобы получить... О, боже мой! Да ладно, я получил не одно сердце, а сразу много, потому что добывая руду, я получаю больше сердечек. О-ля-ля, прекрасно. Теперь мы готовы с тобой поторговаться. Давай, припаркованный торговец, подари мне свой мультиинструмент. Все, мы только что его получили. И давайте теперь посмотрим на эту красоту. Вот оно, что я только что купил. Это мир. Плюс кирка, плюс топор, плюс лопата. Наверное, в действии ты должен быть хорошим. О, вот это хорошо, мне нравится. Поехали, о боже мой. Сколько у меня сердец? У меня 300 сердец, нет, у меня 400 сердец. И, о боже мой, куда я вообще забрел? И если мы подобаем еще несколько блоков и уже вернемся к нашему другу, то... Задание открыто. Пришло время начать. Uno momento, por favor, что начать? А какое задание? Подождите. Что мы должны начать? И мне выдали новый предмет. Мне выдали какого-то непонятного серого чувачка. Ну и что мне с тобой?
тобой таким красивым делать? Мне выдали какого-то серого чувачка, и боже, какой он странный. Давайте посмотрим, это чемпион челленджей. Окей, звучит интересно, но, о боже мой, неинтересный ты паук, который, о, я зарабатывал свои сердца, чтобы ты мне все потратил. А ну иди сто раз на раз, все, одним ударом, двумя ударами, ладно, тремя ударами. Да что ж ты не умираешь-то, четырьмя ударами, сколько у тебя жизней? Наконец-то мы его убили, выбили из него, так, какое-то там 5 сердец, но это не важно, у нас их 535. По такой логике, если мы возьмем и поторгуемся с нашим жителем, мы можем получить себе сердечного друга. Окей, забираем эту штуку, мне, видимо, это какой-то приятель, который, возможно, мне будет помогать. Все, вроде как более-менее безопасное место, призываем нашего друга. Оу, здравствуйте, меня зовут Тумка Тумаса, Туман, а вы, собственно, кто такой вообще? Как тебя зовут? Ой, стой, стой, братишка, не падай, вау, вау, вау. Чувачок, чувачок, ты не левитируй, пожалуйста, что ты вообще такое? Это какая-то розовая слизь, и ты вроде должен быть моим другом, ну почему мой друг не общается, камон, неужели никто со мной не хочет общаться в этом мире? Ни глаз, ни носа, ни рта, как он дышит, я не понимаю, о боже мой, я нажал по нему правую кнопку мыши, и из него выпало огромное количество сердец. Видимо, у моего друга своя манера общения, он просто дарит мне сердца, и каждый раз, когда по нему нажимаю, он будет выдавать мне сердечки, да ладно, неужели так просто, ну стоп, почему с каждым разом он дает мне все меньше и меньше жизней? Братишка, мне кажется, ли мы только что обокрали своего собственного сердечного друга? Он теперь внутри пуст. Интересно, а после этого у тебя начнется депрессия? В общем, не важно, убивать мы нашего друга, разумеется, не будем. Вместо этого мы поторгуемся с нашим сердечным торговцем. И ладно, братишка, я тебя немножко перенесу в другое место. И вместе с тобой даже вернулся мой сердечный друг. И боже мой, ты меня немножко напугал. Он вроде не общается, но при этом телепортируется за мной. Ладно, будешь путешествовать, видимо, с нами. А пока что посмотрим, что у нас дальше имеется. Это сердечный ранец. 10 тысяч сердец. О, бега, меня взорвал кто-то. Кто меня взорвал? Ладно, ребята, в этом мире слишком много посторонних глаз, которые не хотят, чтобы мы здесь жили. Кстати говоря, тех, кто не хотят, чтобы мы жили, тут еще один появился, который точно так же не хочет. До свидания! Ну вот видишь, я так спокойно жил, ведь пока меня не трогал, правильно? В общем-то, шахта для меня слишком скучная, поэтому я решил выбраться на поверхность. Но нет, если быть точнее, я просто очень сильно проголодался. Прости меня, свинка, и не думай то, что если ты отвернулась, я тебя не увижу, потому что мне все равно нужно мясо и твои сердца. Хотя интересно, почему у одной свиньи три сердца? Может, мы только что раскрыли один миф из Майнкрафта? Да нет, скорее всего, я просто с ума сошел. Кстати, не спрашивайте, почему я сделал два верстака, просто один для моего друга, один для меня. Кстати говоря, надо бы ему придумать имя. Так, голосуйте в комментариях, как нам его назвать. Я почему-то на него смотрю, и мне так и хочется назвать его Чубриком, но вы предлагайте свои варианты в комментариях. А пока что я сделал себе быстро печку, поставлю на переплавку наше железо, и тем временем призову сердечного торговца для того, чтобы с тобой поторговаться. Что у тебя такое? Сердечное яблоко. Окей, в принципе, у меня имеется такая валюта, поэтому все, 100 сердец мы ему отдали, получили какое-то сердечное яблоко. Полагаю, мы можем его съесть, и оу май гад! Моментальное ускорение! Оу, и сверху появился какой-то множитель сердец. Неужели это значит, что теперь при каждом добыче сердца я буду получать в два раза больше? Да, я получаю с каждого блока теперь по два сердечка. Значит, берем лопату в руки и за работу! Да, вы думали, это будет более динамично, но нет, это просто обычное копание земли. 5 hours later. Самое время, возможно, уже призвать нашего чемпиона челленджа, которого мы получили, но так и не призвали. Будешь стоять прямо рядышком с ним. И вот этот парень, на самом деле, выглядит очень солидно, кошерно и хорошо. А этот, ну как вам сказать, чтобы не обидеть? Приятный парень, а загадочный. Вот, кстати, насчет загадочного, это я, наверное, попал в точку. Что ты из себя представляешь? Очень загадочные глаза, и если мы по нему нажмем, то увидим чемпион челленджей. И этот чемпион челленджа нам предлагает два алмазика. Это челлендж номер один, у которого написано «Выиграй свое сердце в битве». Бонусная награда — 3 канистры с сердцами. Звучит все, конечно, неплохо, но... Нет, очень плохо, это какая-то битва за свое сердце. В это время у нас также имеется челлендж номер два, где написано «Операция живого организма». И тут также написано, что одно неправильное решение приведет вас к смерти, что мне уже немного не нравится. Получается, у нас имеются испытания, именно челленджи, которые мы можем, в принципе, забрать и получить за это какую-то награду. Ну ладно, давайте попробуем с более простого, наверное, челленджа номер один. О май гад, куда меня еще телепортировали? О, ваша цель выжить? Берегитесь сумасшедших. Каких еще сумасшедших? Окей, кажется, я вижу одного сумасшедшего. Наверное, это те самые сумасшедшие, про которые мне только что сказали, что мне теперь нужно с вами подраться. Как он меня так бьет? Окей, это реально сумасшедший. Он реально сумасшедший. Посмотрите, как он дерется. Он крутит сальтухи на ровном месте, потом меня бьет. Братан, ты какой-то ненормальный. У тебя на груди нарисован Алекс. Ладно, знаете что? Эти чуваков надо убить и как можно скорее, пока они не убили меня, потому что жизнь у меня все-таки не бесконечна. Причем они еще бьют руками. Они бьют кулаками, но при этом наносят довольно хороший урон. Оу май гад, их там уже слишком много. Я думаю, самое время для того, чтобы скрафтить себе... Оу май гад, все, мы не успеем. Мы даже не успеем сделать себе щит, просто потому что они за это время уже успеют меня убить. Окей, успею ли я сделать себе меч? А я забыл, как меч крафтится. Боже, зачем я сделал меч? Надо было сделать топор.
Окей, все в порядке, все под контролем. Мы просто берем и делаем себе топор. Окей, это хоть немного должно мне помочь, что. О, боже мой, почему они наносят мне так много урона? Вроде как, чуваки, без брони, но при этом все. 6 жизней! 6 жизней! Очень плохо, все! Закапывайся, ребята, закапывайся, 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 быстро закрываемся блоками, закрываемся блоками, все. Эта тактика называется отступление, и мы закапываемся блоками, чтобы раздобыть себе как можно больше сердец. В этом мире стало слишком опасно для обычных смертных, как мы. Поэтому мы раздобудем себе как можно больше сердец, после чего мы даже сможем обменяться сердечным торговцем. Возможно, на какое-нибудь оружие, которое поможет нам с ними справиться. Окей. Мы уже взяли сердечное яблоко, у нас имеется какой-то сердечный ранец. Сердечная способность. В принципе, 250 сердец мы себе уже раздобыли. Но там имеется еще один предмет, который я очень хочу получить, и он стоит 2500! Вы просто посмотрите, сколько сердец тут лежит на полу, и сколько мобов меня уже хотят убить, чтобы отобрать мои ресурсы. Так, уходи! Если бы у меня была сковородка, я бы уже ударил ею тебя по голове. Потому что все, не трогайте меня, мне нужно раздобыть себе еще совсем немного сердец. И теперь к нам мы можем подобрать все эти сердца. Боже мой, просто посмотрите, сколько сердец! Нет, криперы! Нет, вы отберете мои сердца! Уйди! Слишком много криперов, но они все равно со мной не справились. У меня почти 2500. Давай, совсем чуть-чуть, совсем капельку. Все, ровно 2500. Красивенько теперь от всех сматываемся и призываем нашего сердечного торговца, чтобы быстренько купить у него сердечную пушку. 2500, конечно, много, но окей, меня уже пытаются зарать. Но тем временем у нас очень мало жизни, всего лишь 41 сердечко. Я решил предпринять одну тактику. Она называется «Тут меня никто не достанет», и теперь можем взять в руку сердечную пушку. Посмотрите на эту махину. Как вы думаете, понравится ли им такая пушенца? О май гад, она взрывает все на своем пути! Нас тем временем вернули обратно, и посмотрите, что мне выдали. Какие-то колбочки, в которые внутри изображено сердце. И это называется канистра с сердцами. Я не знаю, что это за штука, но из-за нее я боролся просто за свою жизнь. Поэтому надеюсь, что эта штука хотя бы того стоила. О май гад, я ее призвал, и сколько сердец у нас лежит на полу! Мы только что освободили огромнейшее, нет, гигантское количество сердец из этой колбочки, из этой канистры. И теперь мы все это забираем как пылесос! Хотя нет, стоп, мы не похожи на пылесос, потому что мы не издаем звуки. Вот теперь совсем другое дело. Кстати, я думаю, пришло время нам отправляться на шопинг, а именно пригубим-ка мы себе сердечную способность за 250 сердец и сердечный клинок. Сразу два предмета, которые я хочу затестировать. Первым в очередь у нас пойдет сердечная способность. Йоу! У нас тут активировано, в чате написано новая способность активирована. Сердечный прыжок. То есть, судя по всему, мы купили одну случайную способность, и нам выпала способность прыжок. Окей, давайте посмотрим, что умеет делать способность прыжок. Я не замечаю, хотя стоп, я замечаю. О, боже мой! Что мы только что сделали? Только бы я не умер, только бы я не умер. И о май гад, я просто попрыгунчик, который могу бесконечно прыгать. Окей, это, конечно, здорово, но мне кажется, этим взрывом мы просто... О, да, мы немножко сдвинули наших ребят, но судя по тому, что они не реагируют, мне кажется, им все равно. Однако вы просто посмотрите, сколько на полу лежит сердец. Боже мой, это просто рай для глаз. Огромное количество сердец, и мы уже переходим почти к юбилейной просто отметке. Внимание, в 3000 сердец. Окей, нормально. Я думаю, самое время прямо сейчас и прямо здесь использовать наш клинок. И посмотрите, какой там сердечный клинок. Это красный меч. И он, скорее всего, имеет какие-то свои сверхспособности, для которых, оу, я нашел клиента, а именно свинюшка. О, боже мой, что? Я просто взрываю и моментально их убиваю. Я думаю, пришло время призвать снова нашего друга, сердечного торговца, и немножко с тобой поторговаться. Значит так, что еще ты мне можешь предложить, когда уже у тебя начнутся скидки? Я купил самый дешевый предмет, остались только дорогие. Следующий предмет — это сердечный ранец, который, о, боже мой, он стоит 10 тысяч сердец. Что-то мне подсказывает, что в ближайшее время я буду подрабатывать каким-то прыгуном. Да, все, что мне нужно будет делать, это постоянно прыгать. И просто внимательно смотрите, как мой компьютер превращается в микроволновку от огромнейшего, нет, гигантского просто количества сердец. Ох, этот цвет огромного количества сердец радует мой глаз. И внимание, есть! Мы только что, ребята, преодолели рубеж в 10 тысяч сердец. Просто представьте, с какой высоты мне нужно упасть для того, чтобы умереть. Даже если я упаду с луны, я все равно не умру. Теперь же, дорогой друг, я готов с тобой пообщаться. Так, скушаю яблочко, и теперь давай пообщаемся. Я куплю у тебя сердечный ранец. И такая дорогая махина обязана меня удивить. Йоу, мы получаем полноценный джетпак с сердечком, и давайте, например, его на себя наденем. Просто посмотрите на эту красоту. Вау, окей, сердечко смотрится солидно, и пока что мне не жалко потраченные сердца. Но давайте посмотрим, что я умею делать. Неужели я могу реально летать? Да ладно, я возьму просто и влечу, есть! Я взлетел, и посмотрите, какие у меня огненные частицы под джетпаком. Окей, он функционирует как надо, но мне не нравится лишь то, что он мне не генерирует сердечки. То есть, по сути, это просто транспорт, который, да, довольно прикольный, но мне больше нравится идти пешком. Тем временем у нас уже наступила ночь, но мой друг сердечный торговец по-прежнему не хочет мне делать скидки. Даже промокода нет, серьезно! Ладно, придется нас закупаться по нормальным ценам. Это способность поглощения жизни, боже мой, 25 тысяч сердец? Это на какую работу мне
надо устроиться, чтобы заработать столько денег. Так, зомби, смотри. Тебе либо нужен срочно врач, и ты себя так ведешь, либо ты очень хочешь, чтобы я тебя убил. И все, друзья, я принял решение. Мы берем и спавним чемпиона челленджей. И мне кажется, это единственный способ прямо сейчас разбогатеть. Поэтому чемпион челленджей. Что если мы, допустим, примем твой второй челлендж? Да, наверное, это будет очень опасно. Но давайте попробуем. Это, наверное, сейчас моя единственная надежда, чтобы я заработал себе побольше сердец. И куда мы телепортировались? Стоп, почему это похоже на корову? Да ладно! Только не говорите мне, пожалуйста, что мы сейчас попали на какую-то огромную странную корову. Окей, мы, судя по всему, появились на спине у коровы. Но что нам с этим нужно делать? Я слышу какие-то звуки. Боже мой, что-то внизу происходит. Я слышу какие-то звуки, и это очень напоминает мне чешуницу. Ладно, давайте сломаем. Боже мой, прости меня, коровка. Я надеюсь, что тебе не очень больно сейчас только что было. Сказал он и только что сломал ей два блока в спине. Вообще, давайте спрыгнем вниз. О, боже мой! Что? Что за чешуницы? Что за черные темные чешуницы? Это какие-то отравленные чешуницы. И если я правильно помню, в челлендже было написано, что нам нужно провести какую-то операцию. Значит, друзья мои, мы попали прямо сейчас в желудок или куда? В эту корову. И посмотрите, при убийстве какой-то чешуницы из нее выпадает огромнейшее, боже мой, реально огромнейшее количество сердец. Судя по всему, друзья, эти темные чешуницы — это какой-то вирус, от которого нам нужно избавиться. Мы, как настоящий антивирус, всех убиваем. И если иммунитет коровы не может с ними справиться, то с ними справимся мы, но, боже мой, мой компьютер превращается в настоящую микроволновку от того, сколько их и сколько сердец. Я думаю, пришло время использовать мой сердечный клинок, потому что мы моментально всех взрываем и убиваем, но, боже мой, просто посмотрите, сколько у меня сердец. У меня 63 тысячи сердец. Никогда в моей жизни даже близко у меня не было столько сердец. Даже, наверное, 1% из того, что у меня есть сейчас, у меня никогда не было. Сколько сердец на полу? Все подбираем и убиваем последнюю чешуницу. Все. Мы со всеми справились. Вот даже какая-то табличка. Но мы... О, мы не успели ее прочитать. Нет. Меня телепортировали обратно, даже не успев ее прочитать. Но, видимо, мы операцию закончили успешно. Теперь же, когда у меня так много жизней, сердечный торговец, я наконец-таки поднялся до нужного уровня, чтобы купить способность поглощения жизней. Кстати, почему-то эта способность выглядит примерно так же, как наша сердечная пушка. Йоу, я нашел скелета на пауке, на которых мы, пожалуй, и применим как раз нашу способность поглощения жизней. О, боже мой, что это такое? Мы всасываем в себя всех жизней, жизни всех мобов, которые находятся рядом с нами. Жесть, это выглядит максимально круто, и что самое интересное, мы всех их убиваем. Пособирав себе немного жизни, я могу прикупить у тебя предпоследний предмет. И это наконец-таки сердечная ракета. Но тут есть пометка. Осторожно, может вызвать проблемы. Проблемы, как мое второе имя. Поэтому все, мы берем и покупаем ее. О боже, что я только что купил? О май гад, это огромнейшая ракета. Я даже не думал, что она будет такой большой, но она примерно 5 блоков в длину. И эту ракету, полагаю, мы можем поставить. Наверное, тут ей будет тесновато, но давайте ее здесь и призовем. Так, ставим нашу ракету! Как-то, подруга, на картинке ты смотрелась немного побольше. Что же, не будем жаловаться, потому что все равно выглядит она эпично. Тут имеются сердечки, и, судя по всему, это ракета, которую, наверное, мы даже можем активировать. О, я что-то сделал! 5, 4, 3, какой-то таймер, бежим! Бежим подальше, потому что мне кажется, мы что-то активировали. О, ракета запущена! Стой! Я забыл в нее сесть! Вы забыли меня в нее положить! Слушайте... А хорошо, что я в нее не сел, в принципе. Что это только что было? Мы запустили ракету, которая отправилась вверх, после чего, видимо, что-то пошло не по плану. Илон Маск не справился, из-за чего ракета просто упала вниз, но мы получили взрыв и очень-очень много сердец. Кстати, я нашел ту самую руду, которую мы видели в самом начале этого ролика, но ее не добыли. Это руда сделана из сердечек, и давайте попытаемся ее добыть. К сожалению, не каменной киркой она добывается, но главное, что добывается. И самое интересное, что мы получаем огромное количество сердец, и, о боже мой, сколько у меня этих сердец. У меня уже 34 тысячи этих сердец, и это еще не все, потому что нам нужно 100 тысяч для последнего предмета. Я думаю, хорошая идея будет подняться на самую высокую точку карты, после чего активировать нашу сердечную пушку, взорвать просто все и вся, что можно, и потом подобрать все эти сердечки. Все, мы станем миллиардерами, у вас будет миллиард этих сердечек. Я могу даже подбрасывать себя этой пушкой. О боже мой, ладно, знаете что? Самое главное, чтобы наш миллиард FPS не превратился в 1 FPS или в микроволновку от того, что тут очень-очень много сердец. Мне кажется, я уже достаточно сильно себя закопал под землю. О боже мой, окей, все. Мы закопали себя слишком глубоко под землю, и, ребята, это что, меня только что спас сердечный эскалатор? Я всегда знал, что ты какой-то подозрительный. Но спасибо. Итак, пришло время. Наконец-таки у меня, внимание, 118 тысяч сердец. И теперь мы просто открываем этого сердечного торговца. И, братан, я пришел, чтобы тебя ограбить. Мы получаем последний предмет. И это контейнер с украденными сердцами. Это безумно дорогая вещь. Боже мой, контейнер, который стоит 100 тысяч сердец. Что в этом контейнере такое? Боже, огромное количество сердец. Мы потратили 100 тысяч сердец на этот контейнер, и, возможно, в этом контейнере будет еще больше сердец. Ладно, знаете что? Все, мы просто его, получается, ставим. О, боже мой! Что за взрыв? Взрыв с какими-то частицами, сердечками. Сердечный торговец? Какой же ты глупец!
Я все это время использовал тебя, чтобы ты собрал как можно больше сердец, которые я за секунду у тебя украл. Теперь осталось только забрать последнее твое сердце. Я вызываю тебя на бой. Стоп, что? Подожди, какой бой? Куда меня телепортировало? Какой еще бой? Стоп, меня только что обманули? Это был сердечный торговец? Но как он посмел это сделать? Это был сердечный торговец, и мне кажется, что тот самый торговец, которым я все это время обменивался, оказался предателем. Окей, он меня телепортировал в какую-то адскую локацию, и возможно... О нет, о нет, вы, наверное, шутите. Ах ты богатая зараза, посмотрите на него. Тот самый торговец, который все это время казался моим другом, он меня и предал. И, о боже мой, я только что обратил внимание, что у меня аннулировались все сердца, у меня осталось всего лишь 4 сердечка. Окей, знаете что, это ужасно, хуже просто быть и не могло. Стоп, а если я буду ставить блоки и просто привык ломать, так? Да, я получаю сердечки. Окей, это означает, что мне нужно ломать просто различные блоки на этой карте для того, чтобы заполучить себе как можно больше сердец. И он еще умудряется в меня стрелять. Он стреляет в меня какими-то фаерболами. Давайте попробуем к нему подойти поближе. И посмотрим, будешь ли ты настолько наглым, чтобы меня убить. Ну вы посмотрите просто, что он здесь сотворил. Боже мой, он все разрушает, он взрывает свою же территорию. Ты очень странный, ты очень странный. Почему ты меня предал? Боже мой, он взял железный меч в руки. Ты совсем сошел с ума? У меня имеется способность поглощения жизни. Давайте попытаемся поглотить его жизни. Yes! Ты думал, что ты со мной справишься? Но ты сам же мне продал орудие, которое я теперь могу использовать против тебя. Кстати, наш дружок оказывается немножко мощнее, чем я предполагал. У меня осталось 49 сердец, потому что одним ударом он сносит мне 150 жизней. К нему нельзя подходить близко, но при этом я не могу издалека использовать способность поглощения жизни. Поэтому все, зомби, дай мне свои сердца. И следом за тобой пойдет крипер. О, как хорошо, что тут появляются обычные мобы. Я немножко подзарядился, чтобы теперь убить тебя. Посмотрим, как ты сможешь со мной справиться, когда я теперь буду летать. Все, теперь я понимаю, почему мне нужно было купить этот джетпак. Потому что с помощью него я могу тебя убить. Да, он сносит мне урон, но я гораздо быстрее пополняю, чем он мне тратит жизни. Есть! Мы справились с этим предателем. И, о боже мой, что? Посмотрите, сколько у меня жизней. У меня ровно 1 000 000 жизней. Да, друзья мои, мы избавились от этого предателя, забрали все жизни, которые заработали себе обратно, и его тоже. И если вам этот ролик понравился, не забывайте поставить лайк и смотреть ролики, которые прямо сейчас у вас на экране. А меня пытается убить паук. Серьезно, братан, ты реально пытаешься меня убить? Ты реально пытаешься меня убить? Я просто повелитель этих сердец!